Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала Отличник Лайф. И сегодня в данном видеоролике я решил попытать свою удачу и поставить номера на всякие такие дешевенькие машины. Посмотреть, какие серии могут выпасть, сколько денег я потрачу и так далее. Не забывайте регаться по моему промокоду Левонти на сервере Amazon KRP Azure. Принцип работы моей схемы очень простой. Я покупал дешевые машины в Лада автосалоне, потом ставил на них номера и смотрел, какая серия мне выпадет. Но, к сожалению, мне пока что падала только фигня, но потом выпали нормальные серии, которые считаются зеркальными. Это вы все увидите на ролике. Вот это, наверное, единственный случай, когда выпали нормальные зеркалочки, и сейчас, возможно, посмотрим, что тут выпадет. Ну, тут 2-3-3 тоже более-менее. Плюс одна зеркалочка. Вот тут мне очень крупно повезло, выпали зеркалки 151 и Neo 117. Это очень прикольный номер, я бы его засейвил, но не стал. Вот такой вот ролик получился, дорогие друзья. Если вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами был я, Отличник Лайф. Не забывайте играть на Amazon Crush, регаться по моему промокоду Левонти на сервере Amazon KRP Azure. Ну и всем лучезарного настроения, приятного времяпрепровождения и доброго дня.